Всем привет! Приехали сегодня с металлоискателем маленько покидать. Правда, погода вот портится. Дождик вот собирается пойти. Вернее, уже идет маленький. Тут капельки, видно вам? И вот с нашим металлоискателем. Вот здесь сейчас проходим. И здесь что-то такое большое попалось. Сейчас посмотрим. Сейчас я Максу помогу покопать. На, Миша, ты пока ищи. Угу. Лучше по полю здесь походи. Вот тут. Здесь помягче копать, полегче. Давай. На поле. А мы здесь пока с Максом покопаем. Найдешь? Делай заметку, ладно? Да. Ну все, а мы пока с Максом копаем. Что, друзья, первая находка, вот такой кусочек цепи. Какой-то старой цепи, когда-то, наверное, еще 100 лет назад здесь не распахивали поля или что, не знаю. Ну вот такая цепь простая, пока ничего ценного. Так, давайте ямку закопаем и вперед дальше. Мишка говорит, там где-то еще он видел, где-то есть. Пойдемте посмотрим, цепь пока пускай здесь лежит. Где ты, Мишка, нашего показывай? Ты говоришь, знаешь, я тебе говорю, заметь место, а ты говоришь, я знаю. Я знаю. Ну, где ты мне говорил, где-то здесь в траве? Вот здесь. Вот здесь, вот он. Ага, ну вот, Макс, давай-ка вот здесь посмотрим, что здесь, может, чуть поинтереснее, нет, так дальше пойдем. Попробуй здесь где-то. Ну, а здесь вот такая гайка попалась нам. Опищала, как будто там что-то серьезное. Вот такая небольшая, древняя большая гайка. Ищем дальше. Ищи, Миха. Вот здесь что-то попалось нам. Что-то роем. А нет, железячку кто выкинул, Миш? Нет. Вот сейчас еще в одном месте попалось тоже. Роем, роем, роем. Думаю, что-то серьезное. А там вот такая кусочек стали. Вот здесь что-то вроде посерьезнее, вроде как бы. Ну, пока непонятно. Сейчас посмотрим. Что-то Макс... А, о, Макс выкопал. Что это такое? О, кусок такой болванки, смотрите, а что это такое, интересно? Ну-ка, о, что это такое, не знаю даже. Может, это кусок от этой, принципе, которая как у нас такая была? Не знаю, может, какого-то плуга, может, еще что. Видишь, тут гайка, все есть. Ну, это современная вещь, не совсем старинная. Ладно, кидаем дорогу ее вот сюда вот. Пойдем дальше. Хотим вон там посмотреть, что там есть. Нет в тех деревьях там кустарники, может, там где что валяется. Ладно, идем вперед дальше. Ну, вот такой вот хлам нам попадается пока. Пока больше ничего такого интересного. Вот здесь что-то попалось. С Максом уже по очереди копаем, копаем. Тут яму уже большую. Что-то хорошо показывает. Ну-ка, Макс, давай проверим. Правильно мы идем. Что-то вроде большое. О. Здесь вот уже как бы нету. А вот в этом месте именно. Как будто правильно вот идем. Аж зашкаливает он до десятки. Походу, что-то большое и интересное. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Вот, друзья, выкопали вот такой хомут какой-то. Ну, что я скажу вам? Нечего здесь делать. Вот такие мелкие попадаются. Пищат, копать тяжело и глубоко. Поэтому копать не будем. Будешь забирать, Миш? Угу, конечно. Кусочек металла небольшой. Так что засыпаем ее. Засыпаем, Макс, обратно. Поедем куда-нибудь другие места искать. Здесь неинтересно больше. Металл есть, но только так, металл небольшой. Все, едем искать другие места. Друзья, смотрите, идем прямо вот так. Вот здесь такая посадка еще. Вот, давайте-ка по посадке пройдемся. Для интереса вот по этой. Может быть, что-нибудь интересное. Идем здесь. Здесь что-то нашел. Ну, сейчас думаю покопать. А смотрите, в стороне прохожу. Шаг, даже без металлоискателя. Лежит такой ножик. Вот даже еще не поднимал. Вот не поверите, честно. Вы не думайте, что это я подкинул. И главное, он еще такой свеженький. Ну, правда, сломанный нос. Опа, блин, Макс, ну-ка расслади его. Одной рукой неудобно. Не, расслади, ага. Еще как будто свеженький, даже не проржавел. Смотрите, вот такой нож. Миха уже говорит, дайте мне его. Правда, вот шатается, смотрите, вот здесь. А детям ножи нельзя. Детям нельзя ножи, понимаешь? Уголовно. Вот такой. Он выкидуха, кстати. Макс, ну-ка сложи и проверь его. Выкидает, выкидывается, нет? Да мне неудобно одной рукой. Нажимай на кнопку. Во. Вкладывай. Не работает? Он походу, дай-ка. Не работает, что ли? Он не нажимает. Стой, дай-ка. Да. Ну, типа выхидуха был, но он не работает. Вот такая находка без всяких металлоискателей. Ну, видать, тут уже сломанный. Может, его выкинули, не знаю. Но хотя так лежит, как будто потерянный. Может, грибы собирали здесь посадки. Может, какие грибы здесь. Ну, вот такая находка. Так, давайте здесь копнем, посмотрим, что здесь. Может, что ценное. Держи, Миха, пока ножик тебе. Сейчас. Ой. Аккуратнее только. Так, где, подожди, Макс, сейчас я... Где-то здесь. Ну, лопату убирай в сторонку. Вот здесь уже поинтереснее. Может, здесь
не будет хлам такой попадаться, как там. Да. Ну, Макс, можно глубоко. Полегче, да, копается? Угу. Там мы замучились копать в поле. Вот иду просто лежит. После дома он лежит. Папе разработал. Он маленький сломанный, может подделать его, так бабушке надо дать за грибы, с грибами ходить. Смотри, пап. Сейчас, может, все здесь, пока Макс сам копает. Так мельком. Ну, здесь какой-то хлам. Здесь может какая-нибудь проволока быть. Макс, давай проверим, правильно копаешь? Блин, правильно? Глубоко. Правильно? Подожди. Вот здесь попробуй еще. Потому что бывает лежит сверху, рядышком. Ладно, пока камеру выключу. Смотрите, что там. Алюминий вроде. Короче, друзья. Друзья. Короче, вот такой кусок алюминьки. Алюминь, конечно, она вроде как ценится. Ну, такой маленький кусочек. Все это граммулина. Ладно. Пробежимся сейчас день, то есть здесь, да хватит. Зато ножик он нашли. Прямо так, лежит себе ножик. Идем дальше. Переехали мы в другое место. Здесь вот у нас гонки устраивают на мотоциклах. Не знаю, в этом году будут. Нет, здесь такие горы. Вот мы здесь забрались. Вон там еще гора идет. Здесь красивое такое место. Вот так все дело выглядит сверху. И вот первую железяку нашли. Вот такую. Прямо здесь. И вот здесь что-то показало. И Миш, кстати, еще вот нашел. Прямо на дороге идет поплавок, грузило и крючок. Так что у нас сегодня какие находки. Ножик, поплавок, грузило. Немножко железяк. Кстати, Миш, где-то вот здесь попадало что-то. Где-то было, Макс? Где-то вот здесь, пап. Вот здесь. Подожди. Где-то было у нас, я же Максу говорю, запомни. И здесь вот еще что-то. Давай проверим. Глянь, Макс, здесь что-то еще рядом было. Может, первое, что где показала. Вот тут, Макс, запомнил? Да вот она. А, вот она, железячка. А, небольшая железячка. Ну, где-то еще вот здесь показала. Походу здесь. Вот, здесь. Вот. А, вот. Миша, убери крючок. Угу. Ну, капни, Макс, здесь, может, не глубоко. Не-не, пью подальше. Вот здесь, Макс, вот тут. Сейчас Макс посмотрит, есть что-то ценное или такая какая-нибудь железяка. Хотел здесь посмотреть, думаю, может, когда-то здесь что-нибудь было. Все-таки такой бугор, красивое место. Но оно все в траве. Яму надо будет зарыть, а здесь мотоциклисты гоняют. Опасно. Только, Макс, давай проверим. Вроде вот это что-то такое. Вот это что-то вроде. Что-то здесь хорошее. Попробуй, Макс, еще здесь. Кусочек вот такой железяки. Ничего интересного. Так что это нам не надо. Так, ну давайте проверим для интереса здесь еще. Ну что-то здесь еще есть. Ну я думаю, не будем мы копать, Макс. Будешь, Макс? Нет, желание есть? Нет. Я думаю, что такая же фигамотина. Ничего ценного. Ладно, пойдемте еще посмотрим где-нибудь. Что-то вот здесь нашли. Начали копать. Угу. И смотри, здесь кого встретили. Я никогда у нас не встречал. Вот такой вот богомол. Никогда в жизни не знал, что он, прям. Что у нас, да не, он с травы, наверное, упал. Может. Что у нас есть вот такой богомол. А вон там это, личинка. Смотри, какой. Вон личинка еще. Первый раз вижу. Ладно, где-нибудь мы там на югах жили бы. У нас нету. Ну ладно, давайте посмотрим, что здесь. Богомола, Макс, надо убрать в сторонку, чтобы не обидеть этого товарища. Да. И копаем дальше. Что ж там может быть здесь такое? На такой вот полянке. Смотрите, какая полянка прикольная. Может, ничего ценного, а может, что-то интересное. Сейчас посмотрим. Что-то, друзья, копаем здесь такое, пока не поймем. И тут идет что-то, и вот здесь что-то от нее вроде как отходит. Ну, копаем дальше, сейчас посмотрим. То ли труба, то ли не труба. Транспортер. Фиг поймешь. Ладно, покопаем, посмотрим. А Миха ягоды здесь собирает. Что, Миха, за ягоды? Ну-ка, покажи-ка нам. Ну, сорви-ка луговую клубнику. Ты уже бросил сумку? Нет. Ну-ка, покажи, где она здесь есть. Кстати, ягоды они с бабушкой здесь искали, места Мишка уже знает. Там луговая клубника. Везде искали. Вот такая ягодка, она похожа на землянику. Вот такие ягодки. А, сюда ложим. Вот. И они такие вкусные, в принципе. Ладно, будем дальше копать.
Короче, копали с Максом, мучились. Вот такую трубу выкопали. Вот так она лежала. Блин, еле выкопали. Ну ничего ценного. Ну труба весит килограмм, не знаю. Наверное, 5 весит. Может, килограмма 4 там. Давай возьмем, пап. Трубу? Ну как хочешь. Труба хорошая, еще такая возьмем, мощная. И, кстати, вот здесь сейчас с Мишкой прошлись. Там орешника много. Скоро за орешник сюда придем. Прям полно таких здоровые орешники. И там в одном месте запиликало так прямо хорошо у нас. А больше нигде не запиликало. Только вот в одном месте вот здесь. Вот попробуем там покопать. Да. Пойдемте посмотрим. Возьмем эту. Железяку? Да. Будем собирать, сдавать. Ты оставь пока здесь. Если нет, что, за ней приедем, заберем. Не сдаем. Сдадим? Да. Сдавальчик ты мой. Ну, возьмем... ну пойдем еще там откопаем. Да, пойдем. Возьмем. Посмотрим. Вот здесь, вот в таких дебрях. Вот в одном месте. Вот здесь что-то показывает. Сейчас, Мак, начни, а я попробую. Продолжу копать. Ну, если такая труба опять будет, то все. О, сразу же здесь. Да? Да. Ну, давай, Макс, я включаю пока аппарат наш. Посмотрим, что это такое. Да на сегодня, наверное, хватит. Мы уже устали. Дождик идет. И ничего здесь ценного нету. Да, будем. Тонкая. Тонкая? Да, так, сейчас посмотрим. Вот такая, короче, хрень выкопали здесь. Недалеко она была вот здесь. Не знаю, что это такое. Какой-то хвост от самолета. Шучу. Еще краска даже видно. Вот такая железяка. Ну, не знаю, килограммчики есть, наверное. Такая увесистая. Ну ладно, здесь больше делать нечего. Мы больше туда вряд ли вернемся. Вернемся только за орехами. Вот орешник, вон орешник. Там по низу еще идет орешник. Там много орехов. Ну и может ягоду луговую порвать еще. Ну и то здесь травы многовато. Поэтому, я думаю, хватит на сегодня. Ну все, копальщики, хватит, да, Миха? Угу. Заканчиваем? Да. Ладно, будем искать другие местечки, где поинтереснее, может, что найдем. Ну все, всем пока-пока.